Аля, Аленка, сегодня мы будем выполнять квест на гепардах. Так, пойдемте в саванну. Можно, конечно, на волках выполнить, но я сейчас прокачиваю пару гепарда. О, а мне тут еще баранов надо победить, ремиков. Ладно, давайте начнем сначала с этих. Может, мы этот квест поделим на три части? Может. Так, нужны бородавчики. И давайте поставим. А, украинский уже стоял. Просто хотел найти Аву, а ее нет. Расскажи только Аву. Ава, которая как-то попала в аварию, а как-то ее телефон с как-то сервером сохранился. И она как-то каждый день меняет животных. Не выходя, по-моему, из сервера. Может, это какой-то персонаж, может, это сами разработчики хотят пранкануть людей. У нас один бородавочник есть. И не часто вот тут водится, конечно. Как, папа, думаешь, где бородавочники могут водиться? Бородавочник? Это такой кабан. В саваннах. Ну, в саваннах. А где он именно? В горах, например, возле воды, в лесе саваннистом. Саванна – это вообще такой тип местности. Знаешь, как есть горы, есть джунгли, есть саванны. Это вот саванна. Ну, я сейчас в саванне играю, да, как бы. Это вот местность, где очень редкие встречаются деревья. Ладно, и без тебя справлюсь. Есть лесистая саванна, есть степная саванна. Тут нету степной, тут есть только дикие степи, это лес. Вот, саванна. Это лес, а не какой-то там саванна. И, кстати, в саванне знаешь что? Тут какие-то трава, а не песок. Трава. Песок пустыни. Египет. Песок только в Вайлдкрафте, в Египте. Да? Да. Носорог. О, вон еще два бородавочника. Потом на волков пойдем, а потом на... Надо победить 7 ремиков. Ну это так, это боссы-бараны. Я просто сейчас вот этого прокачиваю до 170-го. Чтобы была полная семья гепардов. А потом рыси, а потом, наверное, лошадей. Чтобы выполнить вот это задание. Ну а тут мне осталось только льва прокачать. Ну или на львах будем. Мне просто лучше там надо хотя бы... У меня там 140-го, а не 200-го лошадь. Так, ну давайте. Тут искать. Давайте на быстром. Так, кто не они? Нету пока. Вон один, я вижу. Мы пока нашли только 6. Ты квест проходишь, да? Да.
мне еще надо будет 7 боссов баранов, но они легкие, и 29 волка, которые редкие, они в зимнем лесу. А бараны в долине гигантов. Вот тут уровень получил. Вот еще 2. В основном так, в каждом квесте есть босс. В основном таких квестах есть. Вот еще 2. Ух ты, повезло. Сейчас поймаем 14. Будет у нас. Идите сюда, кабаны. Уже у нас даже 62 тысячи монет. Вот еще. Игра поняла, что надо давать бородавочников, дает теперь только их. Наверное, в конце квеста я буду возьму только своего главного, ну вот этого. Ну, которого прокачиваю гепарда и беру пета. Вон еще. Так, у меня уже энергия заканчивается. Надо будет воды попить. Хорошо, что она близко так. Побежали скорее. Прибежали. Давайте на максимум. Папка, мы вот 19 бородавочников поймали. А сколько нужно? 68. О, да я еще 52 жирафа ловила. В саванне. Так, а сколько у тебя по квесту там всего? 68. Да? Бородавочка. Бородавочников. Я еще как-то здесь 52 жирафа ловила. Да? Да. Молодец. 68 бородавочников. Но жирафов что-то пока больше не видно совсем. Ну нет, похоже. А можно так вот поставить на паузу квест, а потом его пройти дальше? Или нельзя? Или взялась, нужно проходить? Ну, можно поставить на паузу. Ну, в смысле на паузу? Не, ну потом, чтобы не надо. Можно. Можно, да? Да. То есть он не обязательно за один раз проходить, да? Да, не обязательно. Можно там за 3 или... Ну там за сколько-то дней, на сколько-то часов. Да. Но я сейчас редко выполняю, так что мне надо хотя бы за день такой выполнить. Но следующий через 12 часов будет только. Вот бородавочник. Вот еще. И вон.
А, тут два их. Даже. Вот там бегемот есть, но он нам не нужен. Еще 38. Так, то и парды. Наши сородичи. Так, ну давайте уйдем уже с горы, наверное, или нет. Пойдемте в то хорошее место, где прокачиваться тут хорошо. Да, сейчас. Так, кто у нас? Это леопард. Вон еще. Уже ночь. И вон еще, кстати. Это жирафы у нас, они нам не нужны. Там еще зебры. Бегемотик. А вон бородавчики. Ого, кстати, 69 тысяч уже. Я даже за монетами не следила. Класс. Вон еще. Может, мы даже 99 тысяч накопим. Тысяч. А, кстати, там еще в Ютубе новый способ нашла. Так что, может, попробуем. Будет 41 бородавочник. И надо бы уже воды попить, а то энергия заканчивается. Так опять леопарды, шо ж их так много? Ой, здрасте, дети лев. Вон еще. Вот еще.
она уже получила уровень. Давайте прокачаем вот так. Ну и давайте попьем уже воды, а то уже устаю. Это мой гепард. Это и жизнь заканчивается. Пишу. Пишешь? Да, мы поймали 45 кабанов уже. А, до квеста идет все, да? Да. Хорошо. Я пока воду пью, чтобы восстановиться. Ты... Да, энергии уже мало. А вот, кстати, пойдемте на ту поляну, не будем отбегать к дому. Сорок семь кабанов. Так, тут уже три, сейчас будет 50. Нам потихоньку. Давайте вот так будем идти. Еще 16 сейчас этих победим, и останется 16. Я еще даже на лошадях сегодня класс пройду, и орлят надо выращу, и все. Буйвол. Так. Мы уже, по-моему, всю карту, по-моему, уже оббежали. Вот, кстати. Еще. Кто? А вот они, бородавочки. Еще 10 надо. Кризис этих бородавочников. Кризис бородавочников. Вон еще. Сколько их тут? Это еще 4. Только где они? Пойдемте на ту гору, где их там вот это много так. А вот еще.
Может, мы пока добежим уже туда. Может, мы уже выполним задание под бородавочником. Вот, все, мы выполнили. Даже бежать туда не пришлось. Ладно, на этом все. Всем пока и до скорых встреч. А продолжать мы будем уже в следующем видео.